Так, и что у нас здесь? Последняя посылочка. Ай-яй-яй, что он не поцарапал? Блин, не столько приятного. Эх, блин. Китай, он, блин. Это чехол на Alcatel One Touch Idol 2. Мой Alcatel. Блин, круто. Вообще круто. Блин, так круто. Вот такой вот у нас чехольчик. Так, здесь у нас под денежки отделенница есть. И здесь у нас же под визитки. Заказывал браун, ну, то есть коричневый. Вот такой вот под Alcatel. Блин, клево. Давайте сейчас прям примерю свой телефончик и все вам скажу. Вообще круто, блин. Суперский чехол, смотрите. Оп, телефончик, да? Так, кнопочки, в принципе, сбоку все нажимаемо. Все у нас отлично. Так, здесь у нас под денежки, значит. Здесь у нас два разъемчика под кредиточки. Вот, в принципе, телефон у нас лежит отлично. Камера, все тут прорези, все есть для кнопочек. А еще пару слов. Совсем-совсем забыл. Иду, гуляю по парку и вспомнил. Хотелось бы поблагодарить одного мальчишку, потому что он еще совсем маленький, там ему лет 12-13, тоже делает обзоры. Спасибо ему за помощь, что он мне сделал интро к моему каналу, потому что я нуб, я этого не умею делать. Спасибо ему, в общем, ссылочку оставлю тоже в описании. Кто хочет, тот подпишитесь на него обязательно. В принципе, интересный он парень, есть перспективы у него. Вот и что-то по поводу денег. Ну, вот за рекламу, да, берут, знаете, блогеры деньги там. То есть, даже даст бог, у меня будет 1 000 000 подписчиков, я никогда не буду брать деньги за рекламу. То есть, напишет мне какой-нибудь пацан там, да? Скажет, вот, мне нужно, ну там, у меня вот мало подписчиков, я посмотрю на его канал. Если канал действительно клевый, то есть познавательный, что-то там интересное, я сделаю без проблем рекламу. Потому что нужно делать все не ради чего-то, не ради каких-то корыстных целей, там, нажиться, там, как-то обогатиться за счет другого. Нет, совсем не нужно, я не богатый, нет, и не какой-то там мажор. У меня, допустим, работы нет. Ничего, я не унываю, я вот снимаю видео. И, в принципе, жизнь хорошая штука. Расстался недавно с девчонкой. Пока. Сейчас, кстати, мы идем по нашему парку в Пермском крае. Птичек столько здесь. Недавно, вчера, видел дятла. Он ту-ту-ту-ту-ту долбил дерево. Не снял, улетел ска. Ну, думаю, вам нравится, что я делаю, что я снимаю вообще, что вообще все позитивно, круто. Чё-то, блин, близко камеру держу. Сейчас мы идем к воде. Ну, купаться еще я не буду, рано. Я уже не купался год два, наверное. Стесняюсь. Да не, шучу. Пляж у нас, правда, он засранный весь, вообще засранный. Эти бухают люди, выкидывают бутылки. Иди вот ты, блядь. Нет, пусть брать пакетики. Есть, типа, да, мусорки. Кстати, мусорки у нас есть. Мусорки есть. Почему я так тихо говорю, блядь? Кого я тут стесняюсь? Мне сейчас срать. Этих людей все, блядь. Тут купаются. Блядь, там реально мужик купался. Не смешно. Реально мужик купался. Ну круто, наверное, не знаю, может я тоже искупнусь. Блин, а штатив с собой не взял, так бы вообще был бы кадр. Вот мы, собственно, подошли к воде. Сейчас вы оцените всю экологию окружающей среды, блин. Смотрите. Одним словом, по-русски сказать, капец. Люди, будьте людьми, не выкидывайте мусор, нахрен это надо. Все, надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписываемся на канал. Будем еще делать много-много-много разных обзоров. Уйди отсюда, мушка. Всем пока.